Что мы сегодня научимся делать? Но перед тем, как мы приступим к данному видеоролику, я бы хотел тебе сказать, что я играю только на Сентроп РП на 0.4 серии. При регистрации указываю мой ник Джон Дэриан и указываю мой промокод Найр. На 6 уровне ты получишь более 150 тысяч вирт. Желаю тебе приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Найр. В этом видеоролике я вам покажу, как же сделать футаж вашего промокода или же вашей рефералки. Данный видеоролик подойдет более для начинающих ютуберов или для ютуберов, не знающих, как же это сделать. Таких видеороликов лично я еще не видел на ютубе, по крайней мере, среди мобильных самперов. Прошу тебя поставить лайк и подписаться на мой канал, так как я хочу собрать 1000 подписчиков до моего дня рождения, а если быть конкретнее, до 30 марта. Желаю тебе приятного просмотра. Для начала вы должны пройти в программу KineMaster. Ссылочку на нее и также на другие предметы, которые использовались в этом видеоролике, я оставлю в описании. После этого вы должны перейти во вкладку «Мультимедиа» и выбрать «Фон». Ваш фон обязательно должен быть однотонным. Если такого не будет, то у вас будет кривой футаж, то есть хромакей будет криво работать. После того, как вы выбрали фон, вы должны выбрать изображение с вводом ника игрока. Это поле появляется при регистрации, но не волнуйтесь, вам не придется регистрировать новый аккаунт, так как все файлы, которые использовались в этом видео, я помещу в одну папку, которая будет на Яндекс.Диске. Эту ссылку вы можете найти в описании. После этого вы должны будете выбрать желаемый ракурс данного изображения. После этого нажимайте на галочку в правом верхнем углу, далее жмите на слой, текст и пишите свой никнейм. После этого я вам рекомендую выбрать желаемый шрифт. Лично я выбрал робота Condensed Bold. После этого жмете на вкладку с анимацией, выбираете анимацию буква за буквой. Для большей красоты я вам рекомендую вставить звуки клавиатуры. После этого вы должны будете вставить футаж клика мышки. Все то же самое вы должны будете проделать с изображением промокода. А сейчас вы можете посмотреть, что же у нас получилось. Также, чтобы убрать этот фон, вам нужно будет нажать на этот файл, далее цветовой ключ и включить. Над этим видеороликом я очень старался и надеюсь, он был для вас максимально информативным. Надеюсь, что вы обучились чему-то новому. Если это так, то, пожалуйста, поддержи меня своим лайком и подпиской на канал. Это максимальная поддержка для меня, так как я хочу собрать 1000 подписчиков, как я и говорил в начале видеоролика. Ну а с вами был, как всегда, Найр. Всем желаю удачи и всем пока-пока.